Чеченский вор в законе Азиз Батукаев, известный в криминальных кругах как Азиз, призвал осужденных исправительной колонии номер 2 ИК-2 в городе Салават, Башкирия, зарезать криминального авторитета Звиада Азманова, Звиад Белиский. Об этом сообщает информационное агентство ИА Праймкры. По данным ИА, недавно Батукаева посетили силовики и рекомендовали не вмешиваться в конфликт вокруг Азманова. Возмущенный этим Батукаев ответил, что это не их силовиков дело, позвонил в ИК-2 и призвал зарезать Звиада. После этого в ИК-2, где в настоящее время содержится Азманов, были приняты усиленные меры безопасности. А с заключенными, потенциально способными навредить криминальному авторитету, была проведена профилактическая работа. 6 мая сообщалось, что осужденные Салаватской ИК-2 не признали воровской титул 36-летнего Азманова. По данным Праймкрайм, указание не признавать Азманова вором в законе положено Ц. Представитель криминальных авторитетов ИК-2 получил от Эдуарда Асатряна, Эдика Ситрина и целого ряда воров, входящих в его окружение. По мнению Асатряна и его сторонников, Азманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался, и выполнял все директивы тюремщиков.